Доброе утро, ребята! А мое утро сегодня начнется с розовой горячей ванны. Вот не знаю почему, но мне в последнее время нравится принимать ванны именно утром, а не вечером. Это так как-то по-своему, как-то очень уютно, не знаю, атмосферно. Я добавила последнюю пеновую бомбочку, которая у меня была, надо будет съездить еще купить. Так что да, я сейчас буду плавать. Да, кто это у нас тут с работы вернулся? Привет, всем привет. Привет, привет. Мы уже пообедали с Ваней. Ваня сейчас делает себе кофе, а я себе чай сделала. Я покажу вам. Сделала чай, и последнее время что-то опять я подсела на эти тосты. Очень вкусный тост. Да, у нас бывает с тобой такими волнами. То да. Переедим, но вообще не едим. То я сейчас их каждое утро и каждый день ем. И я вчера показала свой завтрак, и у меня были тоже тосты, и была вилка с ножом. И у меня в комментариях написали, что типа, Катя, ты что выделываешься, кто ест тосты вилкой и ножом. Дело в том, что я на данный период времени ем тосты, ем абсолютно все, все сладости. Все, ем вилкой и ножом, потому что мне больно кусать, я не могу. Я чувствую, как они двигается, я ощущаю это давление, и мне это очень не нравится, поэтому я яблоки, все фрукты и даже вообще... воду, Катя, вот ножиком. Поэтому ем ножом и вилкой. Ну, я думаю, кружка. Не удивляйтесь. Твоя кружка? В секретном логове? Да, она в секретном твоем логове. Моё? Да. На журнальном столике, Зай. Там вот между домами. Идет полным ходом стройка, там новый дом строят, и уже второй этаж строят. В общем, там очень... Ну нет, там деревья. В общем, да, они уже, я не знаю, сколько этажей вывели. Но два, нет? Мы как... Какой два? Там четыре этажа. А, я просто давно там да. не была. И мы когда сюда заехали, там вообще ничего не было. То есть за полгода они построили уже четыре этажа и огромный паркинг. Там, я не знаю, сколько этажей под землю. У паркинга, но он очень глубокий. Ну тоже, наверное, три этажа, как 3. У нас. У нас же тоже трехэтажный паркинг. Ну да, паркинг. Он как бы на разных уровнях, не один над другим, три этажа, а просто как бы три этажа на трех разных уровнях. Угу. Так что да. И еще одна стройка у нас, скорее всего, начнется. Потому что там у нас была зона, помните, я вам показывала, так что подождите. Помните, я вам показывала, что у нас есть один кусок земли, который полностью был заросший сорняком, травой. Так вот, сейчас траву скосили и подготавливают землю, так что, скорее всего, там тоже начнется стройка и будет стоять у нас еще один дом. Это значит, что у нас появится здесь больше людей, больше соседей. А, у нас сегодня, кстати, соседи переехали. Сегодня все утро таскали заехали. Коробки. Ну да, заехали. До этого у нас же не было соседей ни снизу, ни сверху. Я помню, когда я спортом занималась или на скакалке прыгала, в комментариях писали, как что, больная, бедные соседи и так далее. Но я могла себе это позволить, потому что соседей не было. Мы здесь, ну, как бы в этом блоке чуть ли не одни были. Единственное, что были соседи на самом-самом низу. И напротив. Ну и напротив, да. Но мы никак напротив не пересекаемся. Ну, залы наши не пересекаются. То есть им не может быть слышно. А сейчас, да, у нас переехала семья с маленьким ребеночком, так что, ну, теперь у нас, по-моему, сколько, две свободные, да, квартиры или одна? Ну, короче, потихоньку. Две наверху. Да, две наверху свободных. И внизу, наверное, напротив нас тоже свободных. А, нет, там же живут эти. Не, все живут. Все, у нас две квартиры да. всего осталось. Да, уже еще чуть-чуть, и весь дом у нас будет заселен. Потому что когда мы переехали сюда, нас совсем тут было по пальцам посчитать можно. До нас еще было меньше. Да. Мы тут приехали в новый торговый центр, мы здесь ни разу не были. И смотрите, сколько здесь сорбетов. Сорбеты вот. И вот. Знаете, сколько один стоит? Одна упаковочка стоит 11 евро 50 центов. Офигеть.
мы закупились в Меркадоне пакетище. И здесь как бы возле Меркадона такой небольшой рынок. Здесь продают мед, разные соленья, наливки, чеснок маринованный, маринованный лук. Разная паста необычная тоже. Как бы рынок. Но на рынке всегда все дороже. Намного дороже у нас на рынках. Поэтому мы на рынке не закупаемся, потому что ну, реально за те же самые продукты того же самого качества в Меркадоне они стоят намного дешевле, чем на рынке. Возможно, не такого же самого, но не чувствуем разницы. Да. Так, здесь хамон продают, сыр. Да, сыр на любой вкус. Ага, вижу, да. Лепестками. Лепесточками. Да, вот такой, смотрите. Цветочки. Ой, цветочки, листочки. Хорватский. Круто. Нет, сыров очень много. Но я не любитель сыра, поэтому я как-то... Да, у нас тут тоже готовят еду готовую, продают. Поэтому, да, и салатики, все что угодно здесь есть. И мясные отделы, все подряд, в общем. О, какие баночки красивые, с сухофруктами разными. Тыковки, помидорки. О, грибочки продают. Не знаю, почем грибы. Но выглядит очень даже так и вот, очень. А, нет цены. Я думал, вот сверху. Вот это цены. Сверху нет. Вот мы вышли с рыночка. И здесь на улице территория, книжный магазин, там цветочный магазин, пекарня, хлебушек можно купить. Да, народу здесь много. Здесь пятница. Да, сейчас уже все с работы пришли, тут закупаться. Ой, тут всякие журналы детские, книжки, игрушки. Тут даже с одеждой есть магазины. Мы здесь первый раз, поэтому для нас это все новое, да. Прикольно. Че, идем на парковку? Кстати, когда смотрели первую квартиру в Санкт-Петербурге, она была в этой зоне, где да, это. Да, в этом районе. Угу. Мне это Меркадон больше понравилось. Да, вообще здесь прикольно так. Мне будем тоже. Сюда ездить. Будем сюда ездить? Значит, будем ездить сюда. А? Значит, будем ездить сюда. Даже можно кофе купить. Хотя там тоже кафе есть, но мы ни разу там не садились. Мы уже приехали домой, готовим с Ваней вместе вдвоем ужин. У меня тут уже мясо с луком хорошенечко так тушится. Сейчас лук станет прозрачным, и я буду добавлять сметану, сливки, соль, перец, и буду все это тушить до готовности. А Ваня тем временем занимается пюрешечкой, картошечкой, которую он очень-очень любит. Включай на шестерочку. Включу. Посоли. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, вы когда солите, вот когда варите картошку, вон соль, да, я вот там ее поставила. А, просто я знаю, что есть люди, которые солят после того, как закипит, а я всегда солю до того, как закипит вода. Потому что, не знаю, меня так научили. Потому что вода быстрее закипает, когда она соленая. Поэтому я всегда солю до того, как она закипит. Но мне кажется, вообще без разницы, да? Или нет? Я не знаю. Ну, да. Если знаете, то напишите, ребят. По идее, она быстрее закипает. Но я не уверен. А вот с крышкой точно быстрее закипает. С крышкой точно. Мы купили... Мы немного продуктов купили, чисто потому так... Никогда не покупали, это вот такие вот штучки взяли кокосовые. Сейчас, подожди. Вот эти вот. И такой вот шоколадный кекс. Я хочу его разрезать, перемешать, взбить в миксере сметану с сахаром и промазать. Можно добавить еще джем какой-нибудь. И джем можно какой-нибудь ягодный добавить. Да, потом взял Ваня хлеб на бутерброды. Завтра нужно взять с собой. И сегодня Ваня любит бестроганов есть с хлебом.
Вместо апельсинок взяли мандаринки. Я надеюсь, они более вкусные, чем апельсины, потому что те апельсины, которые мы купили, они вообще не очень. Не очень? Угу, они сухие внутри. А потом груши, яблоки будем запекать их в духовке, сливу, помидоры. Ваня взял себе чипсы. И я тоже погрызу, но с брекетами это ужасно неудобно и не получаешь никакого удовольствия. И вот такие вот палочки тоже. Да, они очень вкусные, специи очень вкусные. Так, ну и все, и что мы? И все для бестроганов купили. Там мясо, лук, картошку, этот грега. И все. А, и яйца еще купили, что у нас закончились. Вот такие вот пироги. Да? Очень вкусно. Так, кушать у нас уже готово. Бифстроганов. Как пахнет, обожаю бифстроганов. У меня что-то чуть-чуть побольше. Ваня, любимое блюдо. Ой, я обожаю, да. Не знаю, мне так это нравится. Мне так это нравится. Ничего себе. Да. Всем, ребят, приятного аппетита. Всем приятного аппетита, мы будем есть. И смотреть новый Comedy Club. Да, кстати. Пятница. И Пума сидит. Так, Пума, ты на нас будешь смотреть? Она мяско поела, она у нас любит говядину, сырую. И теперь довольная. Да, и хвостом машет. Говорит, я в восторге. Все, ребят, мы посмотрели Comedy Club, потом посмотрели открытый микрофон. Или как он там называется? Ну да, вроде открытый микрофон. Все было очень интересно, поели очень. Кстати, вкусно бифстроганов, но я его уважаю, я все съел. Такой сытый, довольный. Сейчас только 11 часов, но так спать хочется. Мы вчера легли рано, наверное, часов в 10. Ну, что-то вчера устали. Вот, оп. А вот, и сейчас один, Катя там уже умывается. Я думаю, сейчас пойду схожу, попью немного сока. Потом тоже пойду умываться и монтировать влог. Я буду сегодня, потому что на выходных монтирую я, а по будням монтирует Катя. Вот. Сейчас мне нужно поставить на зарядку стабилизатор и камеру еще. Потому что оно может все разрядиться. Кстати, у этого стабилизатора не могу понять, какой индикатор указывает на то, какой здесь заряд. Поэтому заряжу на всякий случай. Вот так что, ребят, увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.